Квартира расположена в городе Буча, в жилом комплексе «Киевский». Общая площадь квартиры 95 квадратных метра, на которой будут проживать 4 человека, супружеская пара 35 и 32 лет и их дочери 5 лет и 1 года. Гостиная и кухня разместилась на площади 36,2 квадратных метра. В этом же пространстве мы расположили обеденный стол, который раскладывается для большего количества гостей. Вся цветовая гамма интерьера и кухонного гарнитура решена в теплых тонах молочного оттенка белого цвета. Традиционно при выборе напольного покрытия мы остановились на ламинате бельгийской фабрики Quickstep коллекции Majestic цвета долинного светлого коричневого дуба, который добавляет интерьеру кухни-студии теплоты и комфорта. Для тех, кто не очень любит старые вещи, есть всегда выход. В данном случае его для нас нашла немецкая компания Artiespina, которая создает короткошерстные ковры с эффектом потертости. А вот и она, Nibula. Эффектный подвесной светильник от фабрики Anzaza. Ее необычный дизайн притягивает к себе внимание. На фиксированных крепежах находится подвес с поворотными мраморными кругами. Вокруг Nibula мы разместили встроенные светильники фабрики Майтони. Зону отдыха освещают встроенные треки Inline Track. К нашим заказчикам не часто заходят гости. Некоторые из них остаются ночевать. Еще реже на неделю приезжают родители, чтобы пообщаться с детьми и внуками. Для комфортного ночлега гостей мы создали зону отдыха с вместительным угловым раскладывающимся диваном. Балкон находится на довольно большой площади 3,7 квадратных метра. Его размеры и панорамное остекление позволили разместить на нем кабинет и лаунж. Рабочую зону мы оборудовали вместительным письменным столом длиной 1100 мм и шириной 600, над которым повесили полки для документов. Вид – это один из неявных плюсов квартиры, поэтому мы не стали закрывать его портьерами, ограничившись римскими шторами для солнечных дней. Для кухонного фартука мы подобрали керамогранит итальянской фабрики Imola коллекции Genus, которая досконально повторяет рисунок натурального мрамора. При входе в квартиру мы создали вместительный гардероб с освещенными нишами, которые можно использовать как пуфики. Напротив гардероба наши дизайнеры запланировали небольшую межкомнатную перегородку, к которой примыкает часть кухонного гарнитура со встроенной бытовой техникой. Мы с вами часто делимся трюками, которые помогают нам визуально расширить пространство без фокусов, которыми известен Гарри Поттер. Одна из ванных комнат квартиры имеет довольно внушительную площадь 5,7 квадратных метров, однако никто не откажется от того, чтобы комната выглядела еще больше. Чтобы зрительно увеличить пространство, мы использовали плитку размера XL 1800 на 900 мм. Плитка имитирует натуральный мрамор, чуть розоватого оттенка, ее изготовила фабрика Альмира Керамика. XL – это не только размер плитки, а и название коллекции, куда вошли все крупноформатные экземпляры. Встроенная инсталляция сантехники позволила нам освободившееся над ней место отвести под шкафы для хранения полотенец и косметических средств, а также создать полку со светодиодной лентой. Мы часто выбираем освещение испанской фабрики BPM Lighting. Для этого проекта мы также выбрали ее светильник, остановившись на модели Alberta, которую можно использовать как подвесной или как накладной светильник, комбинируя их друг с другом. Кровать с двух сторон освещает бра Иди с матовыми плафонами, создающими однородный теплый свет. Смотрите наше портфолио по ссылке в описании под видео. Кровать мы разместили в небольшой нише, по периметру которой инсталлировали светодиодную скрытую подсветку. Спальная комната зачастую место не только для отдыха, а и для хранения. Дизайнеры нашей студии любят скрытую светодиодную подсветку за функциональные и эстетические возможности, которые она предоставляет. С ее помощью мы создали на стене световую инсталляцию из равномерно повторяющихся световых лучей, которые освещают гипсовую накладку, имитирующую океанские волны. Мы добавили к бежевой гамме, в которой решен весь интерьер спальни, несколько оттенков серого цвета. Стены второй ванной комнаты покрывает та же крупноформатная плитка фабрики Альмира Керамика, что и первой.
мы создали из больших керамогранических блоков настенное панно, чья фактура идентична натуральному мрамору. Мы любим светильник Heraclium голландского бренда Mui за то, что он является и функциональным, и декоративным элементом интерьера. На площади чуть больше 15 квадратных метров нам надо было разместить 2 спальных и 2 рабочих места для разновозрастных девочек. Мы отделили их кровати друг от друга кружевной перегородкой, которая позволит каждой из них чувствовать себя комфортно и изолированно. С другой стороны, когда младшая сестра подрастет и у девочек появится больше общих интересов, они с легкостью смогут общаться друг с другом. Обе кровати освещают бра Ledge Papers, похожие на светящиеся легкие маячки. С ними чтение перед сном будет комфортным и атмосферным. Кроме мест для отдыха и рабочих столов, мы создали систему хранения в одной из створок, которые разместили нужное девочкам зеркало. Наши профессионалы сами разработали дизайн ажурной перегородки, которая была реализована на 3D принтере. Она воспроизводит густую крону дерева, тени от которой в течение времени будут вдохновлять девочек на новые игры. Мы долго выбирали нужный дизайн обоев для детской комнаты. Стена, у которой расположены кровати, декорирована авторскими обоями, снежными облаками и потешными зверюшками. Мы уверены, что они также навеют девочкам самые интересные сны. Пройдет еще немножко времени, и малышки смогут насладиться интерьером балкона, в котором мы создали легкую будуарную обстановку с вместительными креслами, столиком и книжными полками. Сейчас балкон оборудован замками для обеспечения безопасности детей. Перепланировка, которую предложили наши дизайнеры, в основном касалась общих зон. Они перекроили open space, выделив в нем место для изолированной от гостиной входной группы и создав вместительное пространство для второй ванной комнаты. Со временем, когда дети станут старше, родители еще раз оценят все преимущества этого варианта. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и живите красиво!